Год назад жительница 19-го микрорайона Ольга Харламова обращалась с просьбой в администрацию города, чтобы на перекрестке возле 12-й школы сделали пешеходный переход. Дороги на улицах Музрукова и Казамазова узкие, и поток машин здесь идет сразу с трех сторон. Ольга переживает, что с наступлением нового учебного года детям вновь придется перебегать проезжую часть, чтобы попасть в школу вовремя. Пешеходный переход нужен, чтобы организовать в первую очередь, знаете, пешеходов, и детей тоже, чтобы не бегали там, где вздумается все-таки. Ну и для организации водителей, чтобы мы друг друга научились уважать. Потому что без пешеходного перехода тяжело, потому что человек переходит дорогу, наверное, там, где ему все-таки вздумается. Да? И вот спустя несколько месяцев администрация приняла решение пешеходному переходу возле школы номер 12 быть. Сейчас ГИБДД согласовывает место, где будут стоять знаки и нарисована разметка. Планируем поставить дорожные знаки, нанести разметку на данном участке, на наиболее узком, который будет обеспечить наибольшую безопасность детей и родителей. Данный вопрос мы еще прорабатываем с ГИБДД, значит, уточним еще место строительства пешеходного перехода в кратчайшие сроки. Сотрудники департамента городского хозяйства заверили, что пешеходный переход возле школы номер 12 появится в сентябре. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.